для быстрого перекуса или для праздничного стола рекомендую вам приготовить домашний паштет из печени. Это незамысловатое блюдо готовится очень просто и нравится всем в моей семье. Записывайте рецепт, как приготовить домашний паштет из печени. С такой задачей справится даже ребенок, а результат просто отменный. Готовлю такое блюдо и на природу, и для перекуса на работе. К тому же детям очень нравится, он мягкий и нежный, просто тает во рту. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Вкусняшки, подписавшимся. Нам понадобится: печень 500 грамм, морковь 1 штука, лук 2 штуки, чеснок 1 зубчик, масло сливочное 1 столовая ложка, молоко 180 мл, соль и специи по вкусу, количество порций 4-5. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем приятного аппетита, жду вас снова.